завтракать и думать, что делать, либо ехать катать. Не знаю, сегодня жара, вчера выкатывал, вообще невозможно было кататься. Привет. Так, в общем, завтракаем и думаем, что делать, либо катать гнать. Я не знаю, мне впадло ехать на электричке. В общем, сейчас будет видно. Так. Короче, будет такой овощной завтрак. Пожарю сейчас перец, колбасу, сыром, сделаю салат. Сейчас в эту всю прелесть добавим еще аджички. Будет вообще четко. Так, короче, пацаны, все-таки решил ехать катать. На улице почти 30 градусов, хоть уже ближе к вечеру. Сейчас у меня будет электричка почти на 5 часов. Приеду уже в парк примерно в 6-5 часу. Ага. Серёга. Это, короче, Серёга. Смотри, смотри. Ой. Так, ладно. Надеюсь, что-то получится сегодня сделать. Прощаешься со мной? Тебе скучно, да, будет? Аминсе. Скоро приеду. Как обычно, опаздываю на электричку. Осталось 10 минут, может 15. Надеюсь, успею. Погнали. Все, успел за 3 минуты. Сейчас погоним. О, уже прибытие. Скорости побольше надо взять. Скорости побольше. Встретил Данечка. Данечек в тюремочке. В общем, пацаны, прошлая катка не задалась, порвал цепь. А сейчас выклепал два звена сломанных и одно лишнее получается. Поеду к челу, он мне даст остаточки. Мы сейчас вклепаем. Хотел сделать четкую линию. Мэнул порвал райду на мэнул, на опа фибл, на ванэйти бар. По итогу зацепился пегой, облегся. Прям всем весом с ходов на педали у меня просто цепь выщелкнула. Цепь старинная, ей, наверное, лет 5 уже. 4 точно. Обычная сайт. Заказал себе цепку Эклад подобного типа, но чуть покруче. В общем, сейчас жду, а пока на время вклепаем из того, что есть, так сказать, чтобы покататься. Вот. Ну и все пока что. Сегодня погода такая. Наконец-то прохладно, но тучи ходят, бродят. Зато будет кататься с кайфом. Надеюсь, не будет дождя. И сегодня тоже катка не обломается.
бля. Бля, можешь сбить кого-нибудь нахуй? Мне надо вон тот бокс съебнуть, весь просто со шмоткой. Итак, рассказываю. В общем, я был удивлен с этой матерью. У нее катался в парке Сен. В таком подростковом возрасте, в принципе, уже, ну, лет 12-13. И в этот парк в Нижний приходит вот под вечер все время куча вот именно таких зрелых мам, которые, не знаю, просто не понимают, куда они приходят. Берут с собой детей, вот, приносят мафон огромный, включают музыку, начинают танцевать, детей скидывают всех в парк и сами параллельно мешают, раскладывают все шмотки свои на фигурах, и им вообще, ну, пофигу. И вот эта вот мама, короче, она и еще там мужчина был, она прям, ну, поняла, типа, всю обстановку, начала ругаться с ними, то есть я удивлен, что в какой-то момент женщина понимает, что вообще происходит, и начинает ругаться на других, типа, людей. То есть ей не все равно. Она начинает им объяснять то, что это нифига не детская площадка, и нужно детей убирать отсюда. На что эти матери говорят, они нас не слушаются, дайте им щелбан. Она им говорит, а яму, типа, их мать, или вы, сделайте, говорит, что-нибудь. В общем, им вообще, в принципе, все равно было, но вот этой женщине вообще респект. А вот такая вот фигня в этом парке, все время они приходят каждый долбанный вечер и что-то танцуют, типа, перераскидывают своих детей без присмотра. Не понимая то, что там катаются вот действительно люди. Если влетит в них, то опять же будет трабл. Вот. Это женщина, респект. Не, ну фанеру не убрали, кстати. Расскажу поподробнее, почему верхний парк разобран, в котором мы сейчас приехали, и почему там гоняют. Ну как, разобран, разобрали целую фигуру по факту и ничего больше не делают уже, ну недели две точно. Значит, сломал себе мелкий скейтер руку то ли что, торчала фанера, он туда въехал, минус рука, все. По итогу ответственность на администрации получается, но они его всячески пытались прикрывать. И вот для вида начали разбирать, мол, типа реставрация, но по факту никто ничего не делает. И гоняют. Хотя всего лишь могли сделать таблицу с правилами пользования, и на них не было бы ответственности. Тоже нелогичная довольно-таки штука. Вот. Так дела обстоят в верхнем парке. Идет. Гонять идет. А? Гонять идет. Да.
Станцию день, короче, пушка, поставили цепь, чисто из остатков скрипанули, а прыгнул уже домой, время 10 почти. Короче, день по кайфу, добрал линию, которую хотел, это Manual Railride, а на Manual, на Fibal, на Opa Fibal, на эти бар, параллельно этому выучил еще Pedal Grind, что удивительно, для меня казался он таким сложным, но я его поставил. В общем, надеюсь, вы зацените видосик. Оп, ступеньки. А, возможно, репостните, перейдете в инст, если вам не впадло. Ну, и в инст моего магазина с мерчем. Там особо нет обновлений, но можете глянуть, кому интересно, поддержать, так сказать, канал, купив одежду. Всем пока, удачи.